Людмила Денисова, она прошла огромный жизненный путь, большую, сделала большую карьеру, и она будет достойным омбудсменом на данном посту. Она имеет опыт работы дважды министром социальной политики. Вы знаете, что значительное число нарушений прав человека касается именно нарушений в области заработных плат, пенсионного обеспечения. И поэтому Людмила Денисова будет очень просто разрешать такие проблемы. Тем более с ее коммуникабельностью, с ее контактами, с ее жизненным опытом она сможет решать проблемы. Мы определились, у нас есть решение фракции, поэтому мы просим наших коллег отнестись к нему с пониманием.